Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории «Астроскоп» и я, Виктор Леонидов. Сделанные для американского внутреннего рынка бинокли торговой марки «Alpen» всегда отличались стабильным качеством. В модельном ряду биноклей данной фирмы серия «Magna View» занимает наиболее устойчивые позиции, являясь наиболее часто продаваемой. Сегодня я расскажу о бинокле Magna View 12x52. Эта модель имеет неплохие заявленные характеристики и весьма демократичную цену. Познакомимся с биноклем поближе. Как и все бинокли этой серии, бинокль поставляется в простой, но достаточно прочной и приятной на вид коробке желто-оранжевого цвета. В коробке вы найдете бинокль, мягкую нейлоновую сумку из черной ткани с синтетической подкладкой и ремешком, широкий 38-мм шейный ремешок, резиновые защитные крышки для объективов и окуляров, салфетку для протирки оптики, простую инструкцию, гарантийный талон и рекламный буклетик «Alpen». Замечу, что крышка для окуляров сдвоенная и имеет петлю для крепления на шейном ремешке. Корпус бинокля комбинированный и состоит как из поликарбонатных, так и из металлических элементов с темно-серыми и зелеными резиновыми накладками. Если говорить об эргономике, следует отметить достаточно удачное с этой точки зрения решение. В нижней части корпуса бинокля имеются характерные резиновые наплывы под большие пальцы рук наблюдателя. Центр тяжести бинокля смещен к объективам. Корпус его не герметичен и не имеет полной влагозащиты. Бинокль собран хорошо. Все подвижные элементы конструкции движутся плавно, без рывков. Чистый вес бинокля 880 грамм, что позволяет опытному пользователю вести эффективное наблюдение с рук. Бинокль оснащен гнездом крепления штативного L-адаптера, которое закрыто декоративной завинчивающейся крышечкой. Межзрачковое расстояние выставляется без проблем, несмотря на отсутствие соответствующих шкал на корпусе бинокля. Диапазон его регулировки хороший, изменяется в пределах 58-73 мм. Фокусировка бинокля производится при помощи узла центральной фокусировки. Шток узла металлический, что несомненно увеличивает жесткость и надежность конструкции. Колесико фокусировки широкое, пластиковое и имеет резиновое покрытие с накаткой. Расположение узла удобное, ход плавный. Полный ход фокусировки 1,3 оборота. Диоптрическая регулировка под индивидуальные особенности зрения производится при помощи пластикового колесика, расположенного на правом окуляре. Диапазон подстройки стандартен и составляет плюс-минус 5 диоптрий. Бинокль выполнен по оптической схеме Porra с применением призм типа BK7. Его объективы, имеющие световой диаметр 52 мм, покрыты голубовато-фиолетовым просветляющим покрытием типа Fully Coated на основе фторида магния. Окуляры с 20-мм глазными линзами выполнены по широкоугольной схеме с увеличенным выносом зрачка и просветлены аналогичным способом. Призмы прибора просветлены, но они оснащены светозащитными крышками. Торцы линз, объективов и окуляров не черненые, внутри бинокль покрыт темно-серой матовой краской. На окулярах бинокля имеются регулируемые наглазники типа Twist. Их высота 8 мм. Они покрыты достаточно приятной на ощупь резиной, что важно, учитывая их непосредственный контакт с вашей кожей. С учетом особенностей оптической конструкции окуляров, для комфортных наблюдений рекомендуется выдвигать наглазники приблизительно на половину их хода, то есть на 4-5 мм. Бинокль хорошо отъюстирован. Юстировочные винты призм доступны под резиновыми декоративными накладками на корпусе бинокля. Теперь детально остановимся на особенностях и качестве даваемого биноклем изображения. Поле зрения бинокля 98 метров на 1000 метров. Минимальная дистанция его фокусировки порядка 8 метров.
Изображение достаточно хорошее, яркое, контрастное. Край поля зрения резкий. Цветопередача вполне натуральная, слегка приглушенная. При малозаметном хроматизме бинокль имеет хорошо исправленное плоское поле зрения. Дисторсия практически незаметна. Удачные параметры оптической схемы минимизируют эффект подрезания края из-за применения в призмах стекла БК-7. Выходной зрачок 4,3 мм и значение фактора сумерек 25 говорят о том, что бинокль может быть успешно использован даже в условиях пониженной освещенности. Итак, простой и неприхотливый в эксплуатации Alpen Magna View 12x52 имеет прочный корпус и продуманную конструкцию. Удачное сочетание увеличения и диаметра объектива позволяет применить его для широкого круга задач. Он будет удобен как для наблюдений за живой природой, так и за различными удаленными объектами. Оптика бинокля имеет ожидаемое качество и дает очень хорошее изображение. Это, пожалуй, самая удачная модель в линейке Magna View. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!